Видали, какую бороду отрастил? А все потому, что плей-офф. И для вас радостная новость, а точнее для болельщиков СКА. Сегодня закончилась третья игра со счетом 2-1. И счет в серии у нас 2-1. СКА лидирует. Ладно, хватит начесывать, а то скажут еще на победу. Начесал. И так много нареканий, то что судьи купленные, но к этому мы вернемся позже. Так, давайте, ребята, мы поговорим о сегодняшней игре. Всех болельщиков СКА в первую очередь с победой, а также с возвращением Коскинина, хорошего вратаря, и ждали, когда все-таки выйдет на игру. Итак, что у нас было? В первом периоде много было всяких разных моментов, что у команды СКА, что у команды Металлург. Игра такая была нервная, напряженная. Команда СКА атаковали. Металлург казался более спокойным, потихонечку входили в зону. Там раз бросок Коварш, там два бросок Тимкин, ничего не получалось. Было много большинства моментов у команды СКА, ну ничего не реализовали ребята, потому что Магнитка, видимо, изучила их большинство и знали, где кого и как сразу же уже удерживать, перехватывать, как себя вести в этой ситуации. И первый период у нас по нулям, что там, ничего, ребята, не получилось. Второй период, Магнитка начинает немножко зажимать СКА, СКА теряет шайбу, входит в зону, видно, что ребята нервничают, ничего не получается, Магнитка перехватывает, Магнитка атакует, много было у них моментов. Но во втором периоде у команды СКА, а именно Зубарев, прямо от красной линии, вот уже вот на удачу просто вот щелкает и бац, и гол. Кошечкин мяу, ну ничего не мог сделать, конечно, ну что тут поделаешь. Игра идет, Магнитка разозлилась очень сильно. Было видно то, что игра у нас опять пошла не в сторону СКА. Магнитка начинает прессинговать, атаковать. Воробьев чирикает, нервничает. Что-то надо делать, как-то ребятам подсказать. Но не может быть такого, чтобы Магнитка ушла без гола. Тем более во втором периоде. И тут входит в зону. Ли держит шайбу. Передает пас вдоль ворот, Казионову. И за каких-то 6,9 секунд до конца второго периода Магнитка равняет счет. И счет становится 1-1. И все. Все думают, что все. Магнитка вот-вот-вот остался последний гол. И Магнитка выйдет вперед. Начинается третий период. Третий период катает. Не у той команды ничего не получается. Пытаются ребята уже, сил мало. Конечно, там были моменты, когда и игроков команды СКА удалили. Но также были моменты, наверное, судьи просто не заметили, когда Зарипов там игрока команды СКА клюшкой по ногам ударил, когда, не помню, вот кто из игроков команды «Металлург» зашел за синюю линию и оказался в офсайде, но тоже судьи это не увидели. Ну, игра есть игра, все на нервах, судьи тоже люди, и что-то увидели, что-то не увидели. Это все останется на их совести.
К сожалению, третий период заканчивается у нас со счетом 1-1 и начинается овертайм. Первый овертайм ни той команде ничего так и не дал. Было видно то, что ребята уже бьются из последних сил, уже пытаются, рвутся к воротам, прорываются в зону, не получается, опять в зону, опять не получается. И так до второго овертайма. И во втором овертайме Додонов, молодец, забивает победный гол команды СКА. Итак, у нас счет 2-1. СКА молодец. Так. Все я сказал? Сейчас, секундочку, я проверю. Так. Так, СКА вырвал победу в Магнитке. Это я говорил. Так, 500 евро. Так. Зубарев, то, что забил от красной линии, это я сказал. Так, 1000 евро. О, так, я нормально так заработал-то, а? Так, то, что судьи ни в чем не виноваты. Это я сказал? Еще 500 евро. Так, Магнитка вперед, 1 рубль. Ну, не, это слишком дешево. Ребята, а я прикалываюсь. А потому что, знаете, очень много людей, не знаю по какой инициативе и откуда это они взяли и придумали сами, или кто подсказал, может быть, там, либо мало за игрой наблюдают. Но много людей пишут то, что команда СКА купила судей. И судьи тащат команду СКА за уши, вытаскивают, ну, потому что СКА не может, судьи помогут. Все это бред. Все это бред, сивые кобылы. Ребята, вот если вы лично сами присутствовали, или держали свечку, или рядом стояли, когда там, я не знаю, там то же самое Ротенберг или Знарок передавал деньги судьям за то, чтобы они помогали команде СКА в игре. Как-то непонятно, вы хотя бы, если что-то говорите, вы предоставляете какие-нибудь факты к этому делу, то что, чтобы люди поверили в это, потому что бред он и есть бред. А почему тогда Зарипов, когда ударил клюшкой игрока команды СКА по ногам, судьи не заметили? Наверное, Металлургу хватило только вот на это деньги. Или когда там игрок команды Металлург в офсайд зашел, тоже судьи не заметили. Тоже, наверное, Магнитке хватило только вот на вот этого деньги. Ну, как-то давайте более посерьезнее. Это все-таки хоккей, это все-таки игра, это все-таки накал страстей. Это бурные эмоции. Эх. Всех с победой, команды СКА. Всех, всем болельщикам ура! Спасибо, что смотрели мой такой маленький обзорчик. В этом обзорчике в конце я выложу ссылочку на свой мультик, посвященный третьей победе команды СКА над Металлургом. Кто-то его уже посмотрел, кто-то еще его не видел. Но вот такое вот окошечко, либо вот, вот здесь вот в окошечке, может быть в этом вот окошечке, или в этом вот окошечке, появится ссылочка на мой мульт. Я так обрадовался, что решил сделать мульт. Всем спасибо за просмотр, всем подписчикам, всем новым подписчикам, всем моим зрителям, болельщикам команды СКА в первую очередь, а также болельщикам команды Металлург и другим болельщикам. Ребята, море вам позитивных эмоций всегда. Не расстраивайтесь, если ваша команда проигрывает. Не говорите всякой ерунды про судей, потому что игра есть игра. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это хоккей, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.